Картины Химкинской галереи имени Горшина приняли участие в столичной экспозиции. В конце прошлого года работы художника Василия Пшеничникова отправились в Музей военной формы Российского военно-исторического общества, чтобы открыть выставку «Мундир для героя». Химкинская галерея стала единственным областным музеем, который принял участие в экспозиции. К нам поступил запрос предоставить работы художника-баталиста Пшеничникова Василия Сергеевича. И вот эти вот три работы экспонировались на Большой Никитской в течение полугода. Картины посвящены героической истории России и СССР. Две из них, «Под Можайском» и «День Победы. Салют над Красной площадью», повествуют о Великой Отечественной войне. Третья, «Бой Пересвета с Челубеем», рассказывает о знаменитом поединке, который предшествовал Куликовской битве. Несмотря на то, что у него не прописано лицо, мы четко не видим здесь, только наметки, да, лица, глаза, нос, рот. Но благодаря тому, что художник высветляет вот эту вот часть картины, мы понимаем, кто герой в этой битве. Сейчас эти картины вернулись домой, причем их привезли в обновленном состоянии. У работ появилась красиво оформленная рама, которая заставляет полотна выглядеть еще масштабнее. Полюбоваться работами художника можно будет совсем скоро. Галерея имени Горшина выходит из режима самоизоляции и откроет свои двери уже с 29 июня. Ксения Брагина, Алексей Сыченко, новости Химки ТВ.